стать. А вот этот игрок может стать? Нажали. И не прийти и стоять здесь, а вот вопрос подстроиться под этого игрока. Темпе, если вы входите в зону, движение за вершину, тоже в среднем темпе работаете. А кто играл меньше тайма? Побежали в центр. Сопровождай мяч. И на Юрия Анатольевича внимание. Кто сыграл больше тайма сюда, к Андрею Владимировичу, кто меньше тайма и не выходил сюда? Играй, лист! Так вроде бы вот сложно, да? Взял мяч и пошел, вот любую свободную зону увидел и пошел, а там это мой игрок. На дальнюю ногу переложился. Раз, я сюда, она сюда. Одна, жди, жди. Вот и все. Одна, спокойно. Надо скрещиваться. Ну что-то похоже. Девочки. Девочки, сегодня сыграем турнирчик такой. Три команды играют завершение, четыре подающие. Подающие также между собой играют, да? Считайте, в чьей подаче больше всего забили голов. До игровок считается, со сбросов считается. Единственное, сразу говорим, обработали, большая пауза ударов, такие голы засчитывать не будем, чтобы было честно для вас. Первое, я болею за третьих, потому что я уверен, что они выиграют. И мои фавориты Шарипова, Шеина, Шалгина, Долгова, Козлова. Хорош! На мяч? Считаем, плюс один. Хорошо, рано пришли, девочки. Рано. Мы приходим из места. Слушай, да, вы в свою же зону, только у вас встреча не идет. Хорошо! Сколько? Я вторая, третья. Надо путать соперника. Еще и контролировать, да? Раз. Можно сбросить, да? Через себя. Хорошо. Для камеры. Ой. Лиз, не делай паузы. Здорово. Без остановки к мячу подходи. Да, пошли. Хорош, Лиза! На мяч! Еще! Пятый есть, да. Считаем. Там перекладывал. Она на месте перекладывала. Оп! Забей! Судья стоял! Стоим! Хорошо! Молодцы! Серенькие чемпионы! Зеленые выиграли! Молодцы! Thank you.
Паненко будет. Паненко, смотрите, на лосу сейчас забьет, смотрите. Еще вращение, еще Браво. Вращение, еще. Чтобы, знаешь, так заваливается, и он медленно входит мяч. Хоп! Все, напрягаюсь, гонует. Куда ты ему в голову уже это сам? Отсчита сейчас ты. Андрей Владимирович, просто завидую тебя, плохо не можешь. А? Так не можешь, ты завидую тебя, а? Пишите, какие у вас звания в КСУ. О, господи! Там по-любому вы смотрите? Вырежете меня? Пожалуйста. А я вообще не играю. Я не продержусь. Давай рекламу на Айка продавай. Блин, хочу встать. Нет, я с детства мечтала играть в команду, которая спонсор будет Nike. Перешла звонить, а потом... Что, пришла? Да. И все. Год поиграла. Три года. Теперь о чем мечтаешь, Навик? Точно не об этом.